вечер. Эфир областного телеканала «Аист» продолжает программа «Камертон». Меня зовут Анастасия Цыганкова. В этой студии сегодня мы будем говорить о развитии Ленинского округа. Я рада приветствовать нашего гостя Виталий Николаевич Матвейчук, депутат Думы города Иркутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Также я предлагаю зрителям присоединяться к нашей беседе. Сегодня мы будем говорить много про развитие, про спорт, в целом про Ленинский округ. Номер телефона, по которому можно звонить и задавать свои вопросы депутату, нашему гостю, 8 800 302 15 50. Если вы не успели записать, то он будет внизу телевизора. Виталий Николаевич, вы были у нас не так давно, в начале лета. За это время, конечно, многое изменилось. Например, благоустройство. Так был отремонтирован 5-й Советский переулок. Вот вы как оцениваете работу в целом? Благоустройство, конечно, было очень много сделано в этом году, в том числе и 5-й Советский переулок. К пятому советскому переулку мы готовились порядка, наверное, 3 лет. Сначала мы проектировали, выслушивали пожелания жителей. В прошлом году мы уже обсуждали с жителями, где что должно находиться. И корректировку нам внесло, конечно, Байкалэнерго. Они откликнулись на нашу просьбу о том, чтобы перевести школу номер 45 на тепло, на централизованное, чтобы убрать котельную. И вот так, совместив факторы желания жителей Иркутскэнерго, мы получили 5-й Советский, полностью благоустроен, с карманами заездными. Теперь можно пускать по нему автобусы. Вот как раз наша съемочная группа побывала на объекте, посмотрела, как там все сейчас выглядит. Предлагаю сейчас тоже посмотреть сюжет и продолжить обсуждение. Давайте. Лизе Малых 13 лет, но уже сейчас спортсменка ставит перед собой большую цель – попасть в женскую сборную России по футболу. Когда ей было 5, Лиза сменила куклы на мяч, а профессиональным спортом начала заниматься год назад. Раньше из Новоленина на тренировки девушка ездила специально на стадион «Рекорд», и это при том, что находится он на другом конце Иркутска. Теперь команда девчонок-футболисток тренируется на «Локомотиве». Для кого-то это просто игра, а для меня футбол – это неотъемлемая часть жизни. Я живу здесь на автостанции, и мне здесь удобнее заниматься, потому что здесь хорошее покрытие, и не надо далеко ездить. У меня родители тоже здесь иногда проезжают, играют то, что поле и сам забор стал намного лучше, и то, что все по-молодежному стало. Все старое убрали, и тут больше теперь народа тусуется. На стадионе «Локомотив» в этом году была проведена масштабная реконструкция. Обустроены беговые дорожки, на футбольном поле уложено искусственное покрытие, установлено новое ограждение. Появились и новые трибуны на 450 посадочных мест. И это только начало перемен. В 2019 году здесь планируется провести озеленение территории. Будут обустроены площадки для сдачи ГТО, установлены силовые тренажеры. Обновленный стадион муниципального спорткомплекса «Локомотив» уже сейчас стал более привлекательным для детей. Я считаю, что большое количество детей сейчас будет приходить именно здесь, в секции, заниматься футболом, потому что как бы это очень распространенный такой вид спорта, массовый, так что детей будет больше. И я думаю, они уже их здесь много, потому что, в принципе, здесь футбола-то сильно не было. А сейчас большое количество тренеров здесь, детей занимающихся, потому что приходишь, и поле никогда не пустует. Зимой стадион будет традиционно открыт для массового катания на коньках и занятий по хоккею с мячом. Новые комфортные условия оценят посетители спортобъекта в разные времена года. Пока в этом зале тихо, но с минуты на минуту здесь начнется тренировка. У комплекса большие планы по проведению разнообразных соревнований по разным видам спорта, в том числе карате. Мы здесь проводим соревнования сами со Виталием Николаевичем. Регулярно кубок новичка. Ребята участвуют из разных городов. Многие впервые пробуют свои силы. И для них это стимул в таком спортивном комплексе участвовать и усиленно тренироваться карате. И некий трамплин для большого спорта. В Новоленина спортивная жизнь идет и на других площадках. Новый корт, который появился на Мичуринском переулке, один из них. А ведь еще год назад на месте этого спортивного объекта была несанкционированная свалка. Местные жители обратились к депутату округа с просьбой привести территорию в порядок. И Виталий Матвейчук предложил им поучаствовать в проекте народной инициативы. В результате общая победа. У нас все голосовали, потому что очень большой округ у нас очень. У нас вот частный сектор, там же есть очень много ребятишек. Вот детский садик, сюда все ходят. То есть район, очень молодежный район, да, здесь 45-я школа. Ну вот у нас все новостройки, вообще молодежь живет. И родители, и даже и взрослые, да, нашего поколения, так скажем, тоже помогали нам
принимали, участвовали, голосовали, болели. Зимой на площадке корта заливается каток, а летом спортсмены и любители играют в футбол или баскетбол. На днях здесь появился новый асфальт. Готовится поверхность для резинопола. Это значит, подвижные игры станут безопасными в первую очередь для детей. Ведь кто знает, может, совсем скоро именно на этом корте свои первые успехи сделают будущие чемпионы. Галина Соболева, Николай Крупченко, Камертон. Вот так хотели поговорить про благоустройство 5-го Советского переулка, но говорим про спорт. Такое бывает в прямом эфире. Напоминаю, вы можете также звонить по номеру 8 800 302 15 50. Виталий Николаевич, ну что ж, тогда поменяем с вами структуру нашего диалога и поговорим про спорт. Я знаю, что вы активно тоже занимаетесь спортом и поддерживаете развитие спортивное своих, так скажем, жителей округа. Вот можно поподробнее про Локомотив, да, был отремонтирован, и про то, как в целом поддержкой. Понимаете, я в этом районе вырос. Я занимался на Локомотиве, я занимался на корте Тельмана 54 на Востоке. И не хватало у нас инфраструктуры. То есть я видел, что дети из других районов приходили к нам. Я не всех отпускали, не все приходили. И они оставались в округе замкнуты. То есть кругом киоски, кругом алкоголь, кругом негативное воздействие. И как вот, когда избравшись, пришел на Локомотив я. Смотрю, полностью разрушен стадион. Со стен дует, крыша капает. Поле прям плешь, трава и плешь. И как вот туда можно детей затянуть? Ну, то есть этот спорт должен быть интересен, должен быть современный. Про это же идет речь. Чтобы дети пришли на современный стадион. Вот как раз... В теплые раздевалки переоделись. Пришли, поиграли на комфортном поле. Чтобы не дуло, не капало ниоткуда. И так вот за два года мы восстановили стадион Локомотив. Теперь с гордостью. Там проводим Кубок мэра. Спасибо огромное Дмитрию Викторовичу за благоустройство нашего округа, нашего корта и нашего стадиона. То есть, видите, стадион Локомотив стал центром притяжения молодежи не только местного уровня, а в целом города Иркутска. Я считаю, что это один из лучших стадионов в городе. Вот как раз героиня нашего сюжета и рассказывает, что ей приходилось ездить на рекорд, это Синюшина гора, и теперь она с удовольствием приходит на Локомотив, потому что все современное, все красивое, все доступное. А кроме того, какие еще поддержки спорта? Смотрите, корт на Мичурина. Да, построили в прошлом году на 1 300 000 корт. Гравийное покрытие. Лежали булыжники. Но нам, жителям, главное было что? Занять это место. Потому что это место было расчищено после двух домов. Ветхих аварийных, да. И третий рядом стоял. И на этом месте должны были построить многоэтажки. Но куда? Если кругом дети... Кругом молодые семьи и еще три многоэтажки построить. Важно было занять первый год. Победили мы в конкурсе. Пусть это был без покрытия, без раздевалки, без освещения, но заняли место под корт. В этом году опять выиграли в народных инициативах уже резиновое покрытие. И вот благодаря Татьяне Валерьевне, женщине, главе округа, заммэра, у нас в этом году появится покрытие. Асфальт сделали, будет сделано покрытие резиновое. Нашли раздевалку, поставили, освещение провели. Появится тренер. И будет заливаться, и будет теплая раздевалка. И в этом году мы уже, я думаю, числа 20 ноября получим комфортный корт с раздевалкой, с комфортом. И вообще спорт приоритет. Как можно детей отвлечь от негативного действия улицы? От компьютеров. От компьютеров. Конечно, только спортом. Ну вот, много говорится, борьба с алкоголем, с табакокурением. Как? Надо занимать детей. Вот мы проводим летом каждую неделю по 3 мероприятия. Это спорт в каждый двор. Классные. Приходит тренер, приходит помощница мы и с конфетами. Бесплатно. Конечно, мы платим детям конфетами за то, что они участвуют в наших мероприятиях. И они сбегаются со всей окраины, зная, что будет праздник. Играют, спорт, учатся, футбол, мяч гонять, дартс. И все, они потом выходят на улицы. Вот вы правильно отметили, что ваш округ и, в принципе, Новоленина, оно молодеет. Там строят новые дома, заселяются молодые семьи. Но вы же тоже шагаете в ногу со временем. Я знаю, что вы активно ведете страницы в социальных сетях. Это и Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники. У меня вопрос, вам пишут туда вот какие предложения, просьбы, жалобы? Вообще активно молодежь принимает участие? Они знают своего депутата в лицо? Они знают, что они могут открыть интернет и написать вам предложение, так, допустим, где-то еще корт установить или еще что-то? С молодежью мы общаемся в школах очень много. То есть в школе, я в каждой школе по раза два в год бываю, по три. Там молодежь постоянно подходит, пожалуйста, сделайте это, пожалуйста, сделайте это. И в соцсетях тоже у нас порядка 20 сообщений и каждый день идет. И мы узнаем не только о позитивных и негативных, но и жители видят. Плохо укладывают асфальт. Пожалуйста, приедьте, пожалуйста,
организуйте встречу, здесь нужно переделать. И мы делаем оперативно, очень с ними работаем. Вот корт, одно дело, да, мы проголосовали, теперь роща молодежная. Заголосовали же с ними, то есть обратились, негде заниматься пенсионерам. Пенсионеры даже пишут. И вот роща молодежная, теперь у нас современно есть общественное пространство, которое будет благоустроено. Зашел инвестор, поставил горку, киоск мороженого. И будет замечательное пространство, где уже люди ходят днем, не боясь ничего. А вот как раз про старшее поколение заговорили. Вам тоже пишут в социальных сетях, так понимаю, да, старшее поколение? Конечно, конечно. Пенсионеры очень активны стали и освоили WhatsApp, интернет. То есть мало того, что соцсети, еще в WhatsApp пишут. Я прошу всех обращаться. Моя страница депутат Матвейчук. Легко очень найти и в Instagram, и везде. Пожалуйста, обращайтесь, будем вопросы все решать городские. Ну, кроме того, у вас есть приемная, где тоже открыты двери. Можно позвонить, прийти. Приемная работает каждый день с 8 до 5, Роза Люксембург, 27. Приходите, пожалуйста. Телефон 900-906. Каждого выслушаем, каждому постараемся помочь. А какие чаще предложения выносят старшее поколение, приходя к вам в приемную? Ну, старшее поколение просит досуг организовать. Все-таки они изолированы у нас. Хоть мы и проводим день пожилого человека, и ходим на экскурсии, но, тем не менее, они все равно хотят, чтобы был, как называется, воскресный бульвар, чтобы потанцевать где-то было. Негде. Сейчас вот рощу молодежи благоустроим. Я надеюсь, что мы там вовлечем всех и пенсионеров, и молодежь к общественным занятиям. А вот как раз про день пожилого человека, я знаю, что вы ежегодно также устраиваете праздник своим жителям округа в возрасте, которые. Как планируете, скоро ведь 1 октября? День пожилого человека у нас традиционно, это первичная организация. Они собираются, мы их поздравляем, помогаем стол накрыть. И каждому вручаем продуктовый набор, порядка в год около 400. На день пожилого человека 400 наборов, на 9 мая 400 наборов. То есть по году где-то около 1000 наборов мы дарим. Отлично, Наталья Николаевич, мне подсказывают, что у нас есть звонок. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Александр, добрый вечер. Александр. Добрый вечер. Я хочу Виталию Матвейчуку сказать спасибо за 5-й, за Локомотив. Мне 62 года, я с пацанов там занимался и сейчас хожу. Я хочу вас попросить, я был в Шерифе, там видел, но на улице тренажеры поставленные, доступны все на строительном стадионе. Вот. И еще хотел попросить обратить внимание не только на футбол, на хоккей, как говорится, но у нас есть еще, говорится, много кружков, которые спорт, борьба, самбо, из подвалов надо вытаскивать, художественная гимнастика, у нас вообще такого зала нету, а много ребятишек занимается. Спасибо. Вот отличный вопрос как раз про уличные тренажеры. Вот как-то обустраиваете? Хочу сказать прежде всего спасибо Александру за то, что благодарность. Вообще всем рекомендую больше благодарить там, мам, пап, дедушек, бабушек, там, всех. То есть и в том числе депутатов, администрацию, потому что люди действительно стараются. И чем больше таких вот позитивных, тем больше хочется делать. Потому что, к сожалению, благоустраиваем мы сквер, ставим освещение. Жители прибегают с негативом. Свет начал светить в окна. Что шторы нужно поменять. Устанавливаем лампочки, жители прибегают, что не надо сделать. Делать лавочки, уберите их. И все с негативом. Вот это как раз. Но мы, когда приходим во дворы, когда очень много собирается жителей, они все на позитиве, все говорят спасибо. Потому что чаще всего обращаются те, кому не нужно освещение, кто по ночам не ходит. Бывают пенсионеры, которые дома сидят. Они не выходят на улицу, не нужно освещение. А вот такие как раз активные граждане, которые говорят спасибо, приходят, и мы с ними вместе планируем, что сделать. Вот хорошая идея, тренажеры уличные. Надо поставить в место, где доступ был отовсюду. Например, роща. Роща молодежная, конечно. Давайте, хорошо, попробуем. На следующий год запланировать, попробуем. Потом по секциям, которые требуют зал. У нас есть Восток кинотеатр, который он разрушается с каждым годом. Сейчас мы делаем проект. И привязываем его к этому месту, чтобы Восток демонтировать, и там сделать полноценный ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс, где бы и художественная гимнастика, и кружки, которые сейчас в Востоке, они бы одевались и переодевались все в теплых раздевалках. Там сейчас ужас. Грязь, не помыться. А вот современный физкультурно-оздоровительный комплекс бы, он помог бы нам и молодежь привлечь, и борьба, и самбо, и
художественная гимнастика. Там спорт тоже план есть. Спорт – это жизнь, говорят, правильно. Виталий Николаевич, мне тогда вопрос. Давайте все-таки вернемся к пятому советскому переулку, тем более Александр тоже затронул тему. Про благоустройство предлагаю все-таки посмотреть сюжет и после обсудить. Давайте. Новый асфальт и широкая проезжая часть. Так сегодня выглядит пятый советский переулок в Ленинском районе. Еще 3 месяца назад картина была совсем иная. На дороге в этой части Иркутска с трудом могли разъехаться 2 легковых авто. Настолько узкой была полоса. Нарекания от водителей шли постоянно. Очень не устраивает, особенно вот весной, когда куча снега были. Вот по этой, получается, если отсюда смотреть, по левой стороне. 2 машины просто, даже легковушки не могли объехать, а если разъехаться. А если грузовик, то просто вообще невозможно было проехать. А весной еще это все стекает, вроде ямы залатают, а начинает снег таять, и вместе со снегом все эти камушки вымываются, и опять эти ямы на месте. Пожелания участников автодвижения были услышаны. Переулок попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В начале лета подрядная организация приступила к работам. За 3 месяца здесь было отремонтировано почти 8 километров дорожного полотна. Параллельно благоустройство произошло и на дорогах частного сектора, что ведут к 45-й школе. В итоге здесь появился новый асфальт, лежачие полицейские с дорожными знаками. Заново была нанесена разметка и зона пешеходного перехода. Дорога в школу стала значительно безопасней. Постоянные ямы на асфальте были, и грязью поливали, как начинается сезон, все, реки бегут, грязь в нас вся. А раньше приходилось с собой сменную одежду давать, потому что его машины окатывали просто, и дома каждый день стирка, стирка, стирка. А сейчас вот даже разметки сделали для детей, что по пешеходке можно спокойно пройти. В районе ЗАГСа появился и парковочный карман. Это тоже был наказ от водителей. Сейчас на объекте в этом районе остается незаасфальтированным только один участок. Но по объективной причине. В скором времени здесь будет проложена теплотрасса для подпитки 45-й школы. И уже после этих работ подрядчик приведет дорогу в окончательный порядок. И жители смогут в полной мере оценить качество всех перемен. Галина Соболева, Николай Крупченко, Камертон. Обсудим пятый переулок чуть позже. У нас есть звонок. Надежда Николаевна, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Я бы хотела, в общем, сказать то, что чтобы в нашем районе, в Ленинском, создали клуб пенсионеров или престарелых людей, чтобы люди могли прийти в этот клуб, пообщаться, кто в домино поиграть, кто в карты, кто во что, и вообще пообщаться. Надежда Николаевна просит создать клуб, как вы на это смотрите, для людей старшего поколения, поиграть в шахматы, может быть, поделиться секретами вязания. Это моя тоже мечта, идея. Вот мы тоже высказывали, что Совет ветеранов, к сожалению, объединяет только порядка 3% пенсионеров. Некуда им прийти. Мы даже говорили, что пенсионеры обращаются, говорят, я могу вязать, научить, я могу там научить пользоваться компьютером, куда-то прийти, просто пообщаться. Раньше же у нас пенсионеры общались в больнице, в Сбербанке, да? Ну, как, это хоть и шутка, да? Но на самом деле люди приходят, общаются и чувствуют себя нужными. Тоже вот как раз вот этот, который ФОК будет создан, на его площадке хотим сделать большой зал, чтобы днем, когда не занято, пенсионеров собирать, разговаривать, общаться. И клуб был действительно, каждый пришел, ему помогли. И в интернет зайти, и вязать, и кружки такие по интересам. Это очень хорошая идея. Создадим, в ближайшие 2 года, обещаю, создадим. Будет отличный подарок как раз-таки к Дню пожилого человека. Да, да. Вы можете на одном из мероприятий, вы же посещаете в День пожилого человека своих ветеранов и так далее. Вот с ними обсудите, может, они вам что-то подскажут. Помещение нужно построить. Видите, очень хорошо. Хорошая идея, классно. Помещений нет. Все же продали, все акционировали, продали куда-то с аукционов. Ну, надеемся, что этот вопрос вам удастся решить. Конечно. Но все-таки давайте вернемся к пятому советскому. Мы сейчас посмотрели сюжет, действительно, дорога стала шире, появились парковочные карманы для автомобилей, пешеходные переходы. У меня вопрос, есть ли там лежачие полицейские, предусмотрены ли они для безопасности? И, насколько я знаю, жители к вам обращались с просьбой все-таки пустить по пятому советскому переулку, он 8 километров, по этой дороге может добраться до садоводств и до объездной Новоленинской, пустить транспорт общественный. Вот ведется ли какая-то работа по этому вопросу? Вообще, в общем, округ меняется. Хочется сказать, что первые годы мы акцентировали на дворах, делали дворы, пришли в школу, пришли на спортивные объекты.
Но потом поняли, что частный сектор — это же тоже наши жители. То есть они долго были изгоями, там не было тротуаров. Считали, что они где-то в другом месте живут. Сейчас мы обратили внимание, что действительно эти жители нуждаются в поддержке, в помощи. Хоть они редко очень обращаются, потому что их не дома далеко от приемной, им надо идти. Мы, что до многих домов по 3 километра люди идут в гору. И сейчас, вот, когда мы сделали 5-й советский, мы специально спроектировали карманы, чтобы мог автобус ходить по 5-му советскому. И планируем запустить его в ближайшее время. У нас как раз есть звонок. Марина, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы вот как раз задать вопрос на эту тему. Да, замечательно, вы сделали 5-й советский переулок. Но вы же знаете, что в Иркутске, именно в районе Новоленина, ни 5 их, и ни 20 даже советских переулков. Мы живем 2-й, 3-й и ходим вот эти 3 километра по ужасной дороге. 2 года назад вы проложили нам действительно тротуар, который не соответствует ни техническим, ни эксплуатационным требованиям. Я бы хотела узнать, когда же до нас дойдут руки, и мы будем чувствовать себя горожанами, а не сельскими жителями. Спасибо за вопрос, но у меня сначала вопрос к вам. Ваш ли округ? Мой округ. Конечно, 2-й советский. Я про что и говорю, что проложили тротуар. Конечно, он не соответствует требованиям. Я могу сказать, почему. Почему раньше не укладывали его? Потому что одно было всем, один всем был ответ. Очень узкий переулок, заборами жители заступили на место тротуара, и теперь это частная земля, они оформили собственность, изъять невозможно. И мы тогда нашли выход, сделали технологический тротуар. То есть он не соответствует, конечно, не соответствует. Но что сделать, заборы снести? Невозможно. Через суд мы бы так 20 лет потратили, но жителям надо сейчас ходить. И, конечно, нужно делать 2-й советский, возможно, сейчас мы обсуждаем, чтобы сделать его односторонним, чтобы вот этот тротуар привести в норму, поставить ограждение. И в планах на следующий год заасфальтировать 2-й советский переулок, поменять асфальт, его привести в соответствие. Это тоже наш переулок, который нужно делать. И я полностью поддерживаю жителей, что 2-й советский должен быть. И в Новоленина не 2 переулка, да, а очень много. И прошу жителей обращаться к своим депутатам и тоже вести активный образ жизни, вот как житель, который говорит, мне вот это нужно. Я абсолютно за. И в следующем году мы 2-й советский тоже постараемся благоустроить. Виталий Николаевич, а вот в целом про благоустройство. Какие работы летом были проведены, кроме, конечно, ремонта 5-го советского переулка? Чем еще занимались подрядные организации? Что ремонтировали у вас на округе? У нас очень много было ремонта. У меня 2 помощника. Они в приемной не находились. Я приезжаю, говорю, вы где? Мы одна в одном месте, другая в другом конце. Постоянно было. У нас зимой перекопали Пржевальскую улицу. Мы ее привели в соответствие сейчас. Сделали карманы. Роза Люксембург 27, 29, там, 15, 19. И там детские площадки обустраиваются. Роща молодежная, сквер на Школьной. Каждый вопрос требует проработки. Можно, конечно, не ходить туда, но сделают так, как сделают. А когда жители встречаются, что здесь карман нужно сделать, здесь ограждение поставить. И вот эти мелочи, они влияют очень сильно на благоустройство и на комфорт жителей. Вот как раз предлагаю выслушать еще одного жителя. У нас звонок. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Проживаю в Селиванике, садоводство Максима Горького. На сегодняшний день, значит, дороги по Первой Горьковской улице, просто нет возможности у людей проехать по ним. Когда планируется ремонт дорог и расширение? Спасибо, Сергей. Виталий Николаевич, ваш округ? Нет, это Селиваниха, это 1-й избирательный округ, это 6 километров от меня. Но я услышал, 1-я Горьковская, что требует ремонта. Мы, наверное, в ближайшее время выйдем. Если у вас есть телефон контактный, остался, передайте, пожалуйста. Если нет, пожалуйста, напишите в соцсетях. Ну, тем более вы общаетесь на заседании Думы с коллегами, наверняка передадите про вот этот участок. Виталий Николаевич, к сожалению, у нас время подходит к концу, остается мало. Я бы хотела еще у вас спросить. Вы ежегодно, да и не один раз в год, проводите акцию благотворительную по сбору детских вещей. Когда следующая? Активно ли участвуют жители? Много ли вещей приносят? 15 октября будет следующая акция. К нам во время акции приходит порядка 200 человек. И потом после акции еще около 700. Все несут детские вещи, и тут же мы наладили поток, что жители приходят и у нас забирают их. То есть вещи, одно условие, что должны быть стиранные и целые. Приходят, и вот это постоянно, и мы чувствуем, что в приемные начали жители ходить, и вещи им нужны очень. Приходите 15
октября будет сбор вещей. Мы помимо сбора вещей и акции «И здоровое поколение», где каждый может желающий сдать анализ на СПИД, на ВИЧ. Это у нас летом 4 акции таких было. Очень нужно, особенно в отдаленных районах, где больницы далеко. Спортивные мероприятия. То есть мы в целом стараемся, чтобы округ менялся, чтобы мировоззрение людей менялось, чтобы он был освещен, заасфальтирован и был как не хуже, чем скверкировал нас. Вот, да, вот все деньги раньше туда вкладывались, а сейчас мы стараемся в округ наш перетянуть. А вот по поводу акции сдать анализы, это у вас тоже 15 октября будет? Нет, акция, там мы извещаем о ней, потому что мы согласовываем со СПИД-центром. То есть нужно следить за новостями опять-таки на вашей странице в социальных сетях? В соцсетях, конечно, и за объявлениями на подъездах. У нас, кстати, звонок еще один есть. Ольга успевает задать свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Николаевич. Здравствуйте. У меня вот какой интересный вопрос. Мы проживаем на улице Павла Красильникова. На Пржевальского многоэтажке. Там есть централизованная канализация. Можно ли каким-то образом водоканалом согласовать вопрос, будут ли они когда-нибудь планировать проводить центральную канализацию по нашему частному сектору. Большинство домов нашей улицы оборудованы водопроводом и, соответственно, канализацией, какие выкрепные ямы. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. То есть можно ли централизованное водоснабжение сделать для частного сектора? Водоснабжение есть. Ольга говорит, что водоснабжение есть, канализации нет. То есть канализация — вопрос такой, что водоканал дает точку подключения ниже по улице, но житель должен сам построить эту сеть. И эта сеть зачастую за всю жизнь жителей не окупится, потому что там 200-500 тысяч. Я думаю, что в ближайшие 5 лет попробуем туда провести канализацию и в частный сектор. Сейчас первая задача — это провести воду. То есть мы сейчас ведем по последней улице, по 13-й воду, чтобы потом вниз все могли подключиться. Угу. То есть воду проведем, будет вопрос и по канализации. А у вас по всему частному сектору отсутствует вода или где-то проведена? Очень много где проведено. То есть жители одно время за свой счет, сейчас мы сеть уже центральную устроим, пожарную так называемую, с которой жители могут подключаться. И, а те, кто хотят подключиться, они уже могут обратиться к вам в приемную, также вы их проконсультируете, что им необходимо Конечно, сделать? Конечно, мы с удовольствием проконсультируем и водоканал, если какие-то вопросы с водоканалом, будем решать совместно. Давайте напомним еще раз адрес вашей приемной, номер телефона, вдруг кто-то не успел записать. Роза Люксембург, 27, телефон 900-906, сети, депутат Матвейчук. Ждем обращения, будем рады каждому. На этой ноте мы с вами сейчас будем прощаться. Я хочу отметить, что сегодня у нас в программе прозвучало действительно очень много правильных слов, фраз. Например, если люди приходят недовольны, да, отрицают, что нам здесь лавочка не нужна. Есть же выражение «отрицаешь — предлагай». Да. Вот вам не нравится, что здесь лавочка, вы придите, предлагайте, где можно установить скамейку, где можно установить освещение. И еще одна замечательная фраза, что нужно благодарить. Правда, это же все бумерангом возвращается. Мы кого-то отблагодарили, нас отблагодарили. Конечно, позитивным надо быть. То есть... я так понимаю, что у вас округ-то позитивный достаточно, правильно? Конечно. И жители в том числе такие же. Все позитивные. Поэтому вы, наверное, уделяете больше внимания детям. Да, дети очень благодарные. Они всегда с позитивом всегда обращаются и стараются для них больше сделать, потому что, понимаешь, современное поколение, если даже не то, которое нам нравится, его невозможно исправить, а детей можно вырастить тех, которые надо. И через 10 лет они уже будут отдавать нам свои плоды. И главное — закладывать правильные цели. Конечно, детей. Да, и правильное воспитание. Что ж, спасибо, что пришли к нам в студию. Рады будем видеть вас вновь. Спасибо вам. Спасибо.